Всем привет! Ну что, сегодня у нас эти прощенные воскресенья, поэтому простите меня, пожалуйста, если я вас чем-то обидела. Я сейчас поеду сначала в церковь в Броницах, а потом, в общем-то, немножко по магазинам тоже такими, с такими покупками, которые нужно делать. Все, поехали! У нас, кстати, сегодня довольно-таки пасмурно. Снежок идет, в общем, такое ленивое воскресное состояние. Не только у меня, мне кажется, у всех остальных. Я сейчас расчистила машину, все жду, когда она прогреется. И поеду. Да, кстати, сегодня еще и масленица. Ну, как последний день масленицы. Я не знаю, будут ли там какие-то гуляния в Броницах. Ну, посмотрим. В общем, будет что-то интересное, я включусь. Сейчас будет. У нас тут поймали, не то что поймали, мне кажется, мужички несанкционированно что-то торгуют. Их, видите, моя милиция меня бережет. А тут у нас ДТП. Ну, короче, как-то утро у всех не очень задалось. Так, ладно, едем. Видите, на дороге у нас... каша, у нас температура, кстати, ну, довольно-таки неплохая. Не могу сказать, что холодно. Мне кажется, где-то 1, 2, 3 градуса. И, собственно, из-за этого начинается на дорогах сейчас каша. Ладно, поворачивай. Вроде он поворачивает. Все, едем. Что вам еще показать? Здесь ничего нового. Все как обычно, дорога вот на выезде. А народу тут сегодня. Видимо, там все-таки какие-то гуляния есть. Ладно, я сначала в церковь. Все, иду к машине. Фу, я уже вернулась в машину. Я, в принципе, не люблю народное гуляние. Ну, так просто получилось. Да, я думаю, зайду немножко посмотрю. Ну, вот такие вот они, народные гуляния в Броницах. Погодка, конечно, шепчет. Слякоть, в то же время снег идет. Грязь на дорогах, в общем. Но основное... даже не знаю, как выразить свою мысль.
основное действие этих гуляний, по крайней мере здесь, ну, мне кажется, это в большинстве таких вот, во время таких тематических гуляний, это еда, которую все покупают и едят, это какая-то музыка, которая из колонок, и, в общем-то, все ходят, смотрят друг на друга. Ну, не знаю, кому-то нравится... Аллилуйя. Ну, мне уже, к сожалению, видимо, это старость, но уже как-то это вообще никак не прельщает. Ладно, сейчас я поеду дальше, но, наверное, на этом первая часть видео закончится. Поэтому все. Прощаюсь со всеми и пока-пока. С масленицей вас, с прощенным воскресеньем и все такое.